Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что, у нас закончился с вами 47-й сезон. Я достиг Лига Тако, 47-й ранг у меня. Ну что, остается получить награды. Пиньятушка, бьем. Ага, получается у нас 6 паков, окей. 6 паков. Ну что, будем надеяться, что хоть одна легендарная карта нам выпадет. Поехали. Так, это у нас необычные. Пока все есть. Ничего нового я не вижу. Пошли редкие. Угу. Очень много повторок. Мега редкая у нас. 3 даже карты. 4. 5. Да. С легендарками меня, как всегда, друзья мои, шваркнули. Я уже даже начинаю потихоньку привыкать к этому. Ну, ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Дали мне стража этого. Дали бесенка. Ну, ладно. Что ж. Давай посмотрим, сезон 48 начался. Какую мне дадут позицию? А дают мне 20-ю. Ну что, друзья мои, давайте немножко, наверное, поиграем. Так, подожди секундочку. Давай-ка, наверное, мы с тобой попробуем сейчас пройти громкое событие. Играть. Супермозг. Угу. Так. Ну, в принципе, меня устраивает. Вроде неплохая колода. Поехали. Я не знаю, кто у нас тут. Ага, ковбойша. Прокачивает. Давай, 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 прокачивай. Ну. Так. Он будет этого говнюка прокачивать, я так понимаю, да? Ну, мы можем с тобой немножко проще сделать. Я вот так вот поставлю. А потом, если что, сделаем с тобой... Все, что ли? Вот ты издулся, парень. На тебе. Отлично. Ковбойчик у нас, да? Ну, я, наверное, сделаю вот так. И вот так. Посмотрим. Угу. Но пробить ты все равно не пробьешь. Так, а теперь проверим. Что у него там есть в запасе. А у него есть заморозка, друзья. Вот что. Ты гляди, что творит, а. Так, ну что, ему остается нанести 5 хп. Давай-ка я вот так вот сделаю. Ага. Так, пошел, пошел прокачивать. Ну что, я думаю, наверное, этого мы оставим. Вот это, наверное, уберем. Погнали. Все, победа. Победушка за нами, мы выиграли. 100 очков получаем и зарабатываем. Да-да-да. Еще 200 в плюсе. Неплохо так. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, чуть-чуть теперь поиграем. За кого будем играть? За гриб? Ну, за гриб у меня в тот раз не получилось. В прошлой серии, ты помнишь, я пытался. Но что-то как-то неудачно у нас все выходило. Ладно, давай попробуем.
Шестой ранг. Окей. Так, это, наверное, будет... хорошо, оставляем так. Да, разгром у нас здесь. С ним шутить, конечно, не особо хотелось бы. Погнали. Что ты думаешь там? У тебя все равно ничего нету. Думает, он сидит. Допустим. Что дальше он там сделает? Ага. О, как. Ну что ж, парень, хорошо. Пускай будет по-твоему. Опять, да, встрял? Так, поехали. Минус, труба чистая. И этого тоже минус. Так, три. Три энергии. Что на этот раз ты поставишь? Угу. Спортсменчика, да, своего ты поставил? Так, друзья мои, я даже не знаю, что сделать-то лучше. Наверное, сделать вот так надо нам. Мне так кажется. И вот так вот поставить. Посмотрим. Блин, почему-то не дают мне нормальных карт. Ох ты. Ну давай я сделаю вот так. Угу. Что он там дальше придумает? Значит, что ты делаешь, да? Пам-пам-пам. Как нам лучше быть? Хорошо, говорили. Давай сделаем вот так вот. И вот так. Надеюсь, у тебя шара нету. У него есть безумие. Да ё-моё. А, 6 здоровья, ну ладно, фиг с ним. Пускай с вами. Ну этого, понятное дело, мы с тобой. Так, что дальше? Ну прокачаться мы ему явно не дадим. Верно, верно. Давай так вот сделаем. Пум-пум-пум-пум. Да и ландшафт, наверное, сюда поставим, да и все. Посмотрим, что тут получится у нас. Да, блин, он сейчас уничтожит меня. Ну, ё-моё, ну. Или что, или он эту фасольку берет. Ах, вот он что. Я думал, у него немножко другая, ребят, карта, если честно. В лобешник получил. Так, ну что, мы можем с тобой выкинуть вот этого хламона, в принципе, через орех. Сейчас посмотрим, что он там поставит.
Ага. Вот так вот он делает. Угу. Давай так вот выкинем его отсюда. Все, поехали. Кто там у тебя? Ага. Он же перемещается, по-моему, да? А, перемещает растение. О, даже вот так вот делаешь. Все. Гриб, спасибо большое. Хоть грибок дали. Так, 9. Смотрим, ребят, что у нас получается. Раз, два. Так, что он там, кого этот уничтожает? Окей. Бомбанул, да? Поехали. Так, взяли, да? Так, теперь куда этого? Сюда нет. Сюда бомбанем. Ну и все, пока. Уничтожай, да? Окей, окей. Так, ребята, мне нужен... Нет, не это мне нужно. Ладно, сейчас посмотрим, что он будет делать. Кого он будет ставить сюда. О. Так. Все? Ну... А что я могу сказать, ребят? Ну все, крышка ему. Наверное, да? Нет, ему не крышка. Хотя... Вот так вот сделаем с тобой. Здесь, наверное, поставим. Даже не знаю, как тут сделать-то. Как сделать-то получше. Давай вот так вот сделаем, фиг с ним. И вот сюда поставим. Поехали. Ну, понятно, здесь уничтожит, здесь уничтожит. Здесь уничтожим мы уже. И два в лицо. Ему... Что ему делать, я не знаю. Диего Котия какая-то. Ну, понятно, короче, он не стал играть, да? Все, он закруглился, короче. Ну, в принципе, я могу понять. Ребят, 6-й ранг тут... Все понятно. Ожидание соперника. Просто хотелось, ну, доиграть, как бы, раунд этот. Ну, раз не получилось, значит, не получилось. Короче, победа за нами. Окей. Так, золотая лига. Угу. Кстати, я хотел, знаешь, что сделать? Мне нужно здесь кое-что добавить. Ой, подожди. Мы же получили с тобой еще одну карту, да? Новую. Вот мне ее нужно воткнуть. Вот только вместо какой? Я, наверное, вот этот гриб удалю. А вот эту вот добавлю. Наверное, вот так вот я сделаю. Ну что, давай еще разочек попробуем. Еще протику. Поехали. Твою налево, блин. Да-да. Тут, ребята, чем он опасен?
Я тебе могу объяснить, чем он опасен. Он опасен тем, что у него есть вирус. Да и, наверное, спортивная колода как-никак. Посмотрим сейчас, проверим. Прав я или не прав. Что ты, гаденыш, баллончик, да? У тебя баллончик наверняка там припасен. Что-то мне подсказывает именно так. Что ты там делаешь? Окей. Это мы сможем поменять. Наверное. Да, конечно. Я тебе вот так вот прям, блин, и позволил. Плюс два. Нет, наверное, мы сделаем все-таки вот так вот. Все-таки вот так, наверное, нам надо делать. И остается у тебя 6 хп, да? Если мы с тобой заюзаем эту... Начинается, короче, да? Хочешь его прокачать, что ли, я так понимаю? Угу. Или ты его сюда хочешь переманить? Пока, честно говоря, не особо понимаю, что он хочет сделать. Но сделаю я вот так вот. Так, убежал, да? Допустим. Что дальше? Сработало, да? Сработала у тебя защита. Ты довольный, с одной хпшкой. И ты думаешь, что жизнь у тебя удалась. Окей. Так, ну что, теперь сделаем немножечко попроще. Так, выпал. Все, да? Ну, давай. Доборы там свои делай. Все. И даже так. Ну, что я могу сказать? Красавчик, красавчик. Тут уж ничего не сделаешь. Тут уж ничего не сделаешь. Давай проверим. Угу. Что, будешь заклинание применять? Применяй заклинание, ради бога. И он это делает. Ребята, сейчас ему влетит. Смотри. На. А, чудо. В перьях. Так, ну что, очередная победа. Давай еще звездочку, окей. Так, что у нас тут? Разыграйте 3 ореха. Полный орешник называется. Ладно, давай еще разок. Авось получится перейти в 21 уровень. Ну, как получится? Получится-то получится. Единственное, что сколько потратить придется времени. Ну, нет, ребят, ну это вот это вот перебор. Перебор, я говорю. Ладно. Так. Выходим с паровички. Будет он свой камень тратить или нет? Ведь 100% валун у тебя есть. Хей. Значит, что-то у тебя другое. У него может быть, знаешь что? Аэрозолька.
Аэрозолька у него может быть, кстати. Да ё-моё, ну... Ничего не тратит, да? Окей. Началось. Значит, нет у него аэрозольки. Я думал, что есть. Так. Сделаю вот таким вот образом, друзья. Я думаю, что нам все-таки нужно выбить из него что-нибудь полезное. Так, мы достали гриб. Мы достали с тобой гриб. Твою налево, что делать? Ну давай вот так вот сделаем, фиг с ним. Посмотрим. Сейчас, если будет применять заклинание. О, даже так. Ну я так и думал, что, ребята, аэрозолька у него будет. Ну что же, он мне сделал большое-большое одолжение. Сейчас мы начнем набивать карты. Пускай там хоть Йети, хоть Шмети, хоть там кто. Мне абсолютно по барабану, ребят. Поехали. Так. Дидич. Наборчик пошел. Так, что, будем его шваркать? Будем, конечно. Так, у тебя там валунчик-то спрятался, да? Нет, у тебя не валунчик, у тебя челюсти. Вот так вот, поехали. На-ка. Опа. А у нас еще грибок. Сейчас мы еще продолжим с тобой тут веселье. Идите, умоляю, парень. Все? Погнали. Бабах. Угу. Погнали. Сейчас у него сработает здесь блок. Что он там сейчас, я не знаю, что он там будет делать. Здоровье, может быть, восстанавливать себе или что? А, вот так. Ну, все тогда, парень. Ты уж извини. Ты уж нас извини, братюнь. Тресь. Тресь. Ну и... Можно, в принципе, так сделать. Можно сделать и вот так. Тут, в принципе, не имеет особой роли. Все. Распластался, короче, бродяга. И мы с тобой переходим же, да? Да, ребят, на 21 ранг. Отлично. Плюс 25 кристаллов. Полный орешник. Ну что, еще разок. Кстати, я хотел, пока мы с тобой на 21 ранге, я хотел тебе показать еще одну колоду, которую я тоже недавно создал. Ребят, не думайте, что я у кого-то где-то что-то подглядел. Нет, я чисто создаю сам. Выглядит, я хоть ту хоть взял, посмотрим. Выглядит она примерно вот так. Короче, на орехах, грубо говоря, я играю. Ну как, орехи, бобы, вот типа того. Но она, подожди секунду. Но она такая 50-50, скажем так. 100% не дает нам шансов на победу, но все-таки. Так, подожди, мне, наверное, надо вот этого, что ли, убрать. Так, а что здесь? Блин, а здесь нет, тогда возвращаем обратно. Куда я его засунул-то? Блин, куда его... Это же этот дракон, да, дракон. Все, фиксим, ребят. Давай посмотрим, как вот эта колода будет у нас играть. Пока мы с тобой ранг не теряем, да?
Вот. И еще есть одна колодушка, но мы ее уже, по-моему, с тобой видели. Это за... Блин, за кого? Совсем с памятью плохо стало. За этого. За супермозг. Не за профессора, а за супермозг. Так, ну что, он сейчас поставит на, да, что-нибудь? Нептусь, блин, Нептусь крепкая. Нептусь, друзья мои, очень крепкая. Видишь, что творит? Hello. Не знаю, будет он усиливать его или нет. Что у него там за одну единичку? О, видишь? Шарик у него, оказывается, есть. У него, оказывается, есть шарик. Давай. Окей. Так, он еще тут наполучал. Ну и мы, конечно, получаем тут. Так, смотрим. Угу. Вот так вот он решил, да? Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Давай так сделаем. Сумоист. И кого он там передвинет? О, вот так вот, ну ладно. Так, сейчас мы его в лобешек еще зарядим хорошечно, да? Еще и рикошет. Давай вот это вот, пожалуйста. Еще в лобешник, отлично. Так, что нам делать? Нам нужно разбирать вот этого полюбого. О, он опять, да, за свое. Там сумоист уже наверняка. Там наверняка уже сумоист. Так, орехи. Ну я же говорил, сумоист. Давай, что там? Вот, вот, ребят, начинается вот это вот вирусы, фигирусы. Так, ну что, я думаю, что у нас должна будет сработать защита. Блин, ну как так-то? Должна будет сработать защита. Ну, не сейчас, чуть позже. Так, вот теперь я сижу и думаю, что мне делать, если я ничего не могу сделать. Прикрылся, типа, да? Давай, короче, мы сделаем с тобой вот так вот. И, наверное, вот так. Погнали. Чё там он в надгробии прячет? О, даже как. А вот это вот плохо, ребята. Так, сейчас мы ему, конечно, еще в лоб зарядим. Ну ты понял, да? Эх, вот этого бы нам снести. Е. Офигли мне это, е-то. Знаешь, что мне не хватает? Мне не хватает маленькой, блин, чертовой амфетой. Да. Не хватало мне... Ну, ты понял кого. Моего плевуна. Так, ладно, мы тут орехи разыграли. Ну, давай. Давай. Обратно. Будем
пытаться набить с тобой 22 ранг. Не знаю, получится или нет. 10 ранг. Он даже, ребят, вообще как будто новичок. У него даже не было отличительного значка. Но, тем не менее, если он насмотрелся гайдов по этой игре, то, конечно, он меня сможет здесь разрулить, просто порвать. Причем без проблем. Такс. Первый ход у тебя есть? Мозговая атака, есть у тебя первый ход или нет? Ну вот, закис, задумался. Мне кажется, все, ребята, он поплыл уже. Он уже поплыл. Да. Либо он выжидает время. Специально есть такие игрочишки. Выжидает время. А есть ли мне смысл этот гриб ставить? Я думаю, что пока нету. Вообще нет смысла пока ничего ставить, ребят. Ну, видишь, он делает шаманство. Значит, дурачка просто включал. Это не этот чувак с индюшкой, это который бросает у нас. Ну чё ты, ну ты достал карты, давай ходи, ё-моё. Так, пока он там сопли жует, я, наверное, приму ребят здесь. Все, доживался сопли. Окей. Я жду. О, пошло, поехало. Давай я сделаю вот так вот, наверное. И вот так. Не знаю, что там у него или кто там. Ой-ой-ой-ой-ой. Вызвал на свою голову газетчика. Это плохо. Это, друзья мои, не есть гуд. Девятка-то сразу же. Ух, мощно. Так, ладно. Смотрим, что он будет делать сейчас. О-о-о. Даже так. Хорошо, я сделаю вот так вот. Угу. 10 здоровья мы ему оставили. Давай посмотрим так. Что-то там разыгрываем, да? Возьмет себе энергии. Так, ну что, давай смотреть. Да куда ты бьешь-то? Ну, господи, ну, блин. Еще и подтанцовщика своих ставит здесь. Окей. Медик вылез, да? Вылез медик. Хотелось бы посмотреть, что он будет делать. Заклинаний-то у него там куча, да? Вот так вот он делает. Значит, бочка есть еще одна. Или еще что-нибудь в этом роде. Угу. Так,
чудик из шкафа, да? Чудик из шкафа. Ну что, поехали. Так. Так. Чё там? Понятно. Блин, сейчас твою налево. Вот как ты не вовремя, а, бьёшь. Создаю случайного, да? Давай, прокачивайся, парень. Он еще и карту вытягивает. Ты прикинь, он еще и вытягивает карту, блин. Хм. Ну давай я сделаю вот так вот. Ну и вот так вот. Сейчас он должен на одних заклинаниях работать. Все, он сдался. Он сдался. Так, ну что? Мы получаем с тобой сколько там? Две звездочки? А, одну звездочку мы же проиграли в тот раз, да? Окей. Погнали дальше. Хотя, может быть, за кого-нибудь другого лучше поиграть. Так. Ну что ты, голодранец? Этого уберем. Вот это уберем. Ладно, блин, пока ставим. Что он будет делать, а? Я пока ничего не буду, ребят. Вытягивает две карты. Сразу же себе делает добор. Причем неплохой. Опачки, понял? Вот так вот он. Хорошо, мы с тобой будем делать немножко по-другому. Пока он там будет добирать свои карты, мы будем его, ну, бомбить. Так, ага. Так, погоди-ка, что мы можем сделать? Мы можем ландшафт установить. Поведется он на... Сейчас посмотрим, если он потратится хорошо, то я поставлю ландшафт. Уже после ландшафта будем добор делать, ребят. Опасно. Давай проверим. Будет он менять или нет? Да 100% у него есть ландшафт. О, как делает. Угу. Да. Так, ну а что нам дальше делать? Мы можем прокачать этих на 1+1. На 1+1. Давай сделаем, наверное, так. Уж не знаю, что он там сейчас придумает. Бонусную атаку наносит. Куда ты там наносишь бонусную атаку?
сюда, что ли? Даже так? Ладно. Поехали. Перемещаешь. Так, ну что нам достанется? Надеюсь, гриб. Надеюсь, вот сюда попадет кто-нибудь. Нет, не попал. Зря, наверное, я потратил. Надо было, блин. Ладно, сейчас посмотрим. Все? Так, ну чё? Так, раз, два. Давай сделаем так. И вот так. И посмотрим, что он тут будет сейчас делать. Кровожадность, наверное, будет вешать, скорее всего. Нет, решил переместить зомби. Ну и куда? Сюда? Окей. Так. Минус. Так. Ребят, тут главное... Все, ребят. Все, он приплыл. Поехали. Огонь батарея, огонь батальон. Докувыркался, короче, да? С места на место летал и долетался. Ну что, победа за нами, ребята. Мы двигаемся с вами дальше. Давай добьем уже 22 ранг. 20 ранг против нас. Блин, да почему вы даете мне... Замеха. Вот ненавижу я его на вот этот удар. 3-1-1-1. Ох ты. Вот так вот сразу же. Да мне нет смысла, ребят, пока тут ничего ставить. Возможно, проиграем. Возможно. Если он его сейчас будет прокачивать, то... Скорее всего. Давай так сделаем. Так, прокачивает. Ну, прокачивай, прокачивай. Так. Ну вот смотри, если я сейчас поставлю и он бомбанет, то тут все понятно. Вот так вот делаешь, да? Сейчас проверим. Окей. Так, дальше. Да ё-моё, я этот гриб, блин. Твою, блин, налево, а. Сейчас посмотрим, если у него вот этот есть суперудар, то можно сразу проигрывать, ребят, сразу сдаваться. А, нет, у него вирус. Так, ну что, сейчас в лобешник еще дадим ему, да? Так. Ну, эти-то понятно, тут ничего не сделают. Пока не будем ничего делать.
Вот это уже хорошо, ребят. Я так понимаю, что он сейчас будет этих прокачивать, охламонов, да? Своих. Так, от одного избавимся, наверное, да? Что там делать? Ага. Ну, ты понял, да? Делать шаманство, чтобы не получить урон. Так, а мы с тобой дальше что, прокачаем, наверное, грибы? Прокачаем грибы. Хотя, подожди, прокачаем грибы. Мы сейчас с тобой вызовем вначале фасоль, вот эту вот, чтобы этого бомбануть. О, видишь, что творит? Ну, давай, 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 кочевришься. Такс. Ага. Ну, вот так еще сделаем с тобой. Так, этот будет сейчас, естественно, прокачивать карты. Сделаем вот так. Пожалуй-ка. И вот так. Что он там делает? Меняет, окей. Так, 12, да? Пошла прокачечка. Доборчик. Так, что нам дальше делать? Погнали. Угу. 3-1, да? Я так понимаю. 3-1-1. Так и есть, ребята. Ай, ну что же, поехали. Все, смотрим. А, бонусную атаку ты наносишь. Ну, окей. Все. Здесь ты доволен? Доволен твоя душенька? Так, ребят, готовченко. Все. Расписали как по нотам. Ну, по-другому не скажешь. Так, ну что, друзья мои, я так понимаю, 22-я лига, вот она. Здравствуй, родная моя. Отлично. Отлично. Ну что, хорошего, как говорится, помаленьку. На сегодня мы закончим эту серию, но обязательно увидимся в следующей и продолжим играть. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.